Канаше состоялся финальный этап спартакиады работников органов государственной власти Чувашии и органов местного самоуправления. Спартакиада органов государственной власти проходит в течение всего года. Стартовав с лыжного марафона, она меняет одежды в зависимости от времени года. Соревнования по пулевой стрельбе, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол и перетягивание каната. Их проводят в теплое время года или в спорткомплексе. Такие старты очень сплачивают, уверены организаторы. Перед началом серьезных соревнований состоялась веселая разминка, а затем в борьбу за престижные награды вступили представители всех управлений, министерств и ведомств региона. Это самые крепкие, выносливые, быстрые и меткие чиновники. Соревнования шли одновременно в трех дисциплинах – дартс, плавание, волейбол. В итоге самыми меткими оказались сотрудники Минкультуры Чувашии, Управления Федеральной налоговой службы России по Чувашии и работники администрации Чебоксарского района. В бассейне отличился Минспорт Чувашии. Но самые жаркие страсти разгорелись во время турнира по волейболу. В решающем матче победу праздновала команда администрации главы Чувашской республики. Совсем немного уступили лидеру Минюст и Минсельхоз Чувашии. По результатам всех видов спорта лидерами в своих группах стали администрация главы Чувашской республики, МВД по Чувашии и администрация Чебоксарского района.